Из плена весна по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Скажите, как вы относитесь к сносу памятника Ленину? Отрицательно, потому что он памятник. Понимаете? Логично, да. Помните, в этой самой был такой этот самый фильм «Джентльмены удачи»? Он говорит, кто же его посадит? Он же памятник. Отрицательно. Это история. Это даже не символ. Это просто символ истории, не символ сегодняшнего дня. Я против сноса памятников, но мне понравилась идея о зонах, куда можно было бы снести такие символические памятники, которые сейчас не популярны, и сделать в виде парковой зоны. Я против. Против? Конечно. Памятник есть памятник. Он должен остаться. И вообще у нас мир должен быть. Я лично против. Пусть стоит. Все-таки он сыграл свою важную роль, какую плохую, не там хорошую, это не нам судить, сыграл в историю. И пусть решает горсовет, выносит на повестку дня этот вопрос. Или референдум городской, пусть делают опрос все харьковчан, как они относятся к этому. Отвратительно. Вы не поддерживаете? Ни в коем случае. Это история нашей страны. Это безобразие. Отрицательно. Отрицательно почему? Потому что... Кто такие эти люди, чтобы его сносить? Памятники – это идеологические, пропагандистские всякие штуки, которые совершенно необязательны людям. Лучше построить сквер какой-нибудь или площадку спортивную. Как ему относиться? Зачем он мне нужен? Убрать его надо давно. Я считаю, что этот памятник должен стоять на месте, никому не мешает. Надо сознание менять, а не памятники. Только сейчас. Только он и вернулся. И мне понятно, ты же прав, Галазин.